Па-па-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Так, стоп, что это? Что это такое? Что тебе надо здесь? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Пицца Геймер Вати Плеер, и добро пожаловать в новое видео по Force Akinair Darkest Delivery. На прошлой неделе, в понедельник, вышел новый скинец, и он называется Oversweet Frostbear. Блин, тут даже магазин обновили. Извиняюсь, ребят, то, что я выбился из графика, так как график обновлений в Форсе поменяли, я рассчитывал обычно всегда на пятницу записывать. Но так как скин вышел в понедельник, а понедельник у меня не особо хороший день, и последующие дни до пятницы тоже, то я благополучно не успел записать. Да и к тому же мне надо было его выбивать, и да, я его действительно выбил. Давайте посмотрим его анимацию. Опять слетели моды, засранцы эти опять что-то обновляли. Ну, вот такая вот у нас анимка. Он вроде прикольный, мне нравится особенно вот эта фигнюшка. То есть, скин того стоил. Работает он, как обычно, с ЦП Фростбера. И у меня уже там накинуто несколько штук. Но я хочу еще подметить то, что наших боссов, это Афтон и Молтон, кстати, Афтон надо уже починить обязательно. И вот Молтон, их немного обновили, то есть по механике обновили, по сложности, и мы их тоже сегодня будем проверять. Я хочу проверить тоже. Поставим одного, отправим себе. Так, где мой список? Где мой список друзей? Вот он я. Теперь нужно. Так, стоп. И Афтона отправим. Афтон у нас без ЦП. Надо с ЦП его кинуть. Сейчас проверим, я все объясню, покажу. Придется, конечно, перезаписывать гайды, но того стоит, как вы понимаете. И для любопытства закинем тебя с ЦП Спринг Трапа. Мне интересно просто. Так. Соул. Френс. Давайте проверим, посмотрим. Вон уже, кстати, вот они ходят. Давайте сначала дружеских половим. Потому что надо. Я буду играть, конечно, на фулл звуке. Меня, может быть, не слышно. Ах ты, заморозка собачья. Так. Как обычно, черный экран вам ни хрена не понятно, но ориентир на звуки вам дан. По крайней мере, я без наушников, как конченый. Обычно всегда с наушниками. Но наушники я забыл дома. Ах ты, собака. Храмильная тварь. Ага. Фростбер реально легкий. Прям вот, ну, по максимуму легкий. Это просто как агрессивная версия Федора. И больше ничего. Ну и правда, вот заморозка эта фигня такая висячая. Очень сильно мешает. Потому что то ли хайварить он будет во время этой заморозки, то ли он побежит в тот момент, когда он захочет его заморозить. Так. Ага. Фростбер обычно редко бежит с первого раза и делает серию фальшивок. А здесь он тянет время. Моды на нем поставлены иные. Ага. Сейчас сделаем две карточки с родным ЦП. Ага. Ща, Вангу и здесь будет. Нет, не здесь. Проверим. Ага. Ах ты, собака, я так и думал. Вот я об этом говорил. Успел. Уй.
Мне уже не должно ничего, в принципе, выпасть. Я сегодня уже успел выбить иконку, слава богу. Я ее 6 дней выбивал. Это такой гемор. И ее бы, кстати, не помешало нам бы поставить. Так. Вот она. Вот такая у нас иконка. Которая ничего, кстати, не стоила почти бы. Но стоила много труда. По крайней мере, на ее покраску. Вторая катка пошла. Блин, вот Фростберу бы сделать, конечно, другие звуки, а то он вроде как ледяной, а вроде как карамельный. Здесь бы не помешало это. Так, спокойно, тихо. Ай-яй-яй. Я понял. Ну что это такое? Медведя атакует. Опа, все второй побежал. Долго время тянул, я решил это немного скипнуть. Но вот побежал. В принципе. Давай подкопим опыта. 63 экспы, кстати. И кто не заметил, я докопил до последнего уровня, то есть я стал самым, можно сказать, первым русским в этой игре, кто дошел до последнего уровня и, в принципе, нафармил так много. Так, тут ходит Молден, тут ходит какой-то мой, и где-то должен быть ходить еще Афтон. Афтон. Он там Афтон, да? Это Афтон. Давайте сначала проверим оверсвита с ЦП Спринга. Я немного сделаю погромче, меня может быть не слышно. Так. Чую здесь я буду. Ага. Вот так ты думал. Так я иду. О, кстати, вот реально Хайвар вот прикольный. Я у фул анимации Хайвара, кстати, не видел. О, он еще и красный лежит. Ага. Глаза у него отличаются на ниде. Белая. Белый. Красная. Спокойно. Красная. Я, кстати, когда доворачиваю обычно телефон вправо, когда вижу красную. Потому что, ну, вроде как мне вот так удобней крутить, что ли. Да и к тому же у него глаз расположен слева. Можно сказать, по левую часть моей камеры. Опа. Ой, поменяли. Спринг еще как-то даже, знаете, теперь не кажется таким сложным. Просто напряжно. Потому что то, что сегодня увидите вы больше не будете сравнивать ничего с Спрингтрапом. А, кто поменял? Вот сейчас было очень внезапно.
потерялся в помехах. Вот когда я буду играть с Молтоном или Афтоном, меня, может, точно не будет слышно, потому что сейчас это будет такой трындец. Там одного улучшили, другого ухудшили. Так, давайте начнем, пожалуй, с Молтона, а Афтона оставим на потом, потому что Молтон все-таки он интересней, и те, кто заинтересован в выбивании иконки, будет сейчас, может быть, даже рад. Поехали. Не успел, не успел, не успел, обидно. Здесь он вроде дамажит больше, да? Да, здесь он может быть. Такой, в принципе, бой, надо бы еще один сыграть, потому что детали он, увы, не кинул, а я хотел бы обратить внимание еще и на детали. Но, как вы заметили, на первой фазе он теперь немного стал легче, но, тем не менее, он стал более шумным, и дамажит он теперь больше урона, чем обычно. Давайте еще раз прокатим это, я буду сейчас без голоса. Собака! Куда он уходил?
Вот. А, детали. Вот, в принципе... Ах ты собака! Вот, в принципе, мы поигрались. Хочу сказать по поводу вот еще раз второй фазы. У него теперь детали подсвечиваются не синим, а оранжевым. Это прям, ну, они как будто горят. Их можно увидеть, ну, почетче. Вторая фигня в том... Что на второй фазе у него теперь помехи? Не 360 градусов. И тот гайд, который я делал еще в сентябре, надо будет переделать. Так же, как и с Автоном, кстати. Потому что сейчас немного надо подождать, чтобы батарейка подзарядилась. Потому что Автон это будет больно. Мои полномочия закончились только уже после второй фазы. Или при ее начале. Потому что вот раньше она была самой легкой, а теперь... Это только лишь порог того, что будет. И его пора преодолеть. I am back to claim what is left of you. Thank you.
мы сделали это. Вот, собственно, сам Afton, вот сам Scraptrap. И вот еще раз наш карамельный Frostbear. Кстати, по Scraptrap-то надо убрать. Вот он, собственно, карамельный Frostbear. Очень классный скин, мне нравится. Надеюсь, ивент не пропадет и будут выходить еще больше новых таких скинов, потому что они мне очень напоминают пасхальный ивент, но все-таки это не пасхальный, а предновогодний ивент, и поэтому есть тут различия. Ну а на этом все, надеюсь, тебе понравилось, надеюсь, ты поставишь лайк и подпишешься на канал, если ты тут впервые, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Жду твоих комментов внизу, всем пока-пока, до скорого, удачи!